Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Привет, сэр. Сегодня 4 октября, мы в Алании на этой неделе. И, конечно же, несмотря на наш просто супер загруженный график, мы все равно стараемся снимать для вас видео. Поэтому в этом видео мы сейчас едем в Махмутлар. Покажем вам Махмутлар, пляжи в Махмутларе, сходим на набережную. В общем, все самое интересное, такой небольшой кусочек лета. Те, кто не был в этом году в Турции, для тех, кто не был в этом году. Ну, а кто был, обязательно пишите в комментариях, были ли вы в этом году в Турции. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить пальчики вверх. В описании к видео ссылки на бронирование отелей, билетов и туров в Турцию с большими скидками. Обязательно заходите, смотрите. Ну, а мы с вами едем в Махмутлар. Погода стоит потрясающая, днем все еще жарко, а вечером уже очень прохладно и комфортно. В общем, бархатное лето. Друзья, мы уже приехали в Махмутлар, сделали все наши дела, и сейчас мы прогуляемся с вами совсем немного по городу, ну и, конечно же, сходим на пляж, потому что я думаю, что многие из вас соскучились по морю. Обязательно пишите в комментариях, соскучились вы по морю или нет. Если говорить о Махмутларе, Махмутлар – это небольшой туристический поселок. Население здесь порядка 30-40 тысяч человек в обычное время, а в сезон, конечно же, когда открыты отели, большое количество туристов. Мы сейчас находимся в самом центре у знаменитых часов, место, которое знают все. Здесь встречаются все дороги и основные торговые улицы тоже здесь. Вот это центральная улица Барбаросса. На ней расположено много отелей, магазинов, кафе, ресторанов и так далее. И здесь также раньше располагался Аланийский муниципалитет. Сейчас муниципалитет закрыт, потому что Махмутлар теперь находится под ведением муниципалитета, который расположен в Алании. Но здесь располагается государственная больница сейчас, и рядом с ней также один из государственных банков. Сейчас мы с вами идем в сторону пляжа и небольшого парка, который находится прямо напротив пляжа. Когда я приехала в Турцию в 2010 году, я жила именно в Махмутларе. И в то время, например, вот здесь не было совершенно ничего. А сейчас здесь замечательный детский парк. Здесь такая зеленая территория. Есть столы для игры в настольный теннис. В Махмутларе я жила три года. И потом мы с Айханом переехали в Аланию. Здесь есть большая-большая детская площадка, есть спортивные тренажеры, ну и, конечно же, кафе. Сейчас на улице очень комфортно, сейчас 5 часов вечера и уже не так жарко. Посмотрите, кто-то на парашюте катается на катере над морем. Здесь это место очень популярное, потому что многие, кто живет в Махмутларе, приходят именно сюда, потому что, как вы видите, даже в жаркое время дня здесь достаточно много тени, потому что много деревьев и также потрясающие высоченные пальмы, очень много декоративных растений. Можно, взрослые отдыхают на лавочках, дети играют настольный теннис, кто постарше. Есть кафе рядом, можно покушать. Ну, в общем, очень классная зеленая территория. И прямо напротив этого парка как раз
и расположен пляж. Сейчас мы с вами пойдем на пляж. И наконец-то, я тоже соскучилась по морю, и наконец-то с вами увидим море. Мы перешли дорогу и оказались на набережной в Махмутларе. Как вы видите, здесь набережный очень широкий. И по всей длине вот этой вот набережной, она, если говорить о Махмутларе, длится около 6 километров. В той стороне у нас Карагджак, а в той стороне у нас Аланья. И набережная очень широкая, очень популярна для прогулок днем или вечером. Люди здесь гуляют, занимаются спортом, катаются на велосипедах, как вы видите. Здесь, как я уже сказала, достаточно места. Ну и, конечно же, пляжи здесь тоже достаточно широкие. Многие говорят о том, что пляжи в Махмутларе каменистые, но я знаю точно, что хорошие песчаные пляжи здесь тоже есть. Вот, например, один из таких пляжей. Посмотрите, потрясающий песок и хороший заход в море. Море сегодня у нас шумное, неспокойное, поэтому купающихся не так много. И, пожалуйста, друзья, когда вы видите такое море, старайтесь не купаться, потому что это может быть, конечно же, опасно. Обязательно заботьтесь о себе. Это очень важно. Думайте о своей безопасности. Здесь на набережной очень много цветов. Вот эта вот трасса соединяет Анталью и Мерсин. Это, кстати, одна из основных трасс Турции, поэтому здесь движение такое всегда оживленное. И это очень удобно, потому что по этой трассе можно ехать и добраться до абсолютно любого города Турции. Как вы знаете, дороги в Турции просто потрясающего качества. Поэтому, если у вас есть возможность, берите машину, мопед и обязательно путешествуйте. Есть вот такие вот маленькие апельсинчики, в которых продают свежий выжатый сок, различные воды, соки и так далее. Вот такая вот здесь красивая обзорная площадка. Можно сидеть и наслаждаться морем. Сегодня у нас с вами, друзья, вот такое вот разговорное прогулочное видео, но я думаю, что вы очень соскучились по таким видео и, конечно же, по вот этой прекрасной панораме. Там внизу где-то ходит Айхан и делает прямые эфиры на нашей странице в Фейсбуке. Обязательно заходите по ссылке в описании, там много всего интересного про Аланию. Постоянно мы постим фотографии, видео и, конечно же, делаем прямые эфиры. Ну что, спустимся вниз и послушаем звуки моря. Да, вот Айхан делает прямой эфир. Очень-очень это популярно на нашей группе в Фейсбуке. И сейчас мы с вами спустимся на пляж. Я знаю, что вы любите этот эффект присутствия, поэтому я держу камеру на уровне глаз, чтобы вы вместе со мной как будто бы тоже гуляли по пляжу. Солнце сейчас стоит прямо в самом зените и очень-очень ярко отражается от воды. Вот один из тех пляжей, который как раз песчаный, с прекрасным входом в море, на котором можно купаться.
Вот такая вот обстановка на пляже. Мы сейчас как раз в самом-самом центре Махмутлара. Кстати, на этом пляже, когда я жила в Махмутларе, я не приходила сюда купаться, мы ходили чуть дальше, в ту сторону. Но, как вы видите, здесь тоже такой хороший песчаный пляж. Что касается отдыха, как я уже сказала, в описании к моим видео всегда есть ссылки на бронирование отелей, билетов и туров. Обязательно заходите, смотрите. Думаю, что вам будет интересно. Ну а вот эта вот панорама, друзья, стоит, конечно, того, чтобы здесь жить, отдыхать или приезжать сюда на время. В общем, потрясающая красота. Скажу вам, что достаточно жарко, влажно, но уже не так, как в августе. Айхан сделал прямой эфир на Фейсбуке. И мы сейчас отправляемся в Аланию. Чок чего? Алания Гидерс. Да, не Гидерс, а не Гидерс. Мы едем в Аланию. Пока. Конечно же, те, кто смотрит мои видео, знают, что Алания – это достаточно большой город. Алания является, как ни странно, районом Анталии, а Махмутлар и все прилегающие территории Махалле являются микрорайонами Алании. И если говорить об Алании, то Алания – это достаточно большой район. В Алании 110 микрорайонов. И то, что вы видите на побережье, такие микрорайоны, как Махмутлар, Тосмур, Кестель и так далее, это лишь небольшая часть того, что здесь есть. Основные микрорайоны – это деревни и микрорайоны, которые расположены в горах, ближе к горам, в той стороне. Поэтому обязательно посмотрите на карте Google, насколько большая Алания. 110 микрорайонов, представляете? Поэтому здесь есть все, что только можно пожелать. Горы, море, солнце. Здесь даже строится горнолыжный курорт примерно в 30 километрах от Алании. В общем, все настолько разнообразное, природа разнообразная, и на любой вкус, цвет, кошелек и желание здесь можно найти отдых, развлечения, ну и, конечно же, комфортное место для жизни. Поэтому не думайте о том, что Алания – это просто море и пляж. Не думайте о том, что Турция – это просто туризм, море и пляжи. Я думаю, что из моих видео вы уже поняли, насколько Турция разнообразна и просто супер интересна. Поэтому, когда вы приезжаете сюда, обязательно путешествуйте. Я думаю, что вам будет интересно, и вы откроете для себя совершенно другую Турцию. И, конечно же, как я уже говорила, опять скажу, что путешествовать по Турции можно очень комфортно на автобусах, машине в аренду, на своей машине, на самолетах, поездах и так далее. Все очень комфортно и по очень-очень демократичным ценам. Thank you.
Солнце постепенно заходит, и мы сейчас отправляемся в офис, но у нас есть очень интересная штука, владельцами которой мы стали сегодня, Айхан Гастар. У нас появился синтезатор. А знаете почему? Потому что я наконец-то буду учиться играть по очень-очень крутой программе, о которой я вам расскажу чуть позже, которая позволяет учиться играть всем и абсолютно в любом возрасте. Это программа, которую вы также сможете протестировать и загрузить к себе на компьютер. И с женщиной, уникальной женщиной, которая разработала эту программу, я сделаю отдельное видео. В общем, это просто супер, друзья, потому что это одна из тех мечт, которая тоже сбудется. Поэтому подписывайтесь на наш канал, только у нас вы увидите все самое интересное. Ну а сейчас я отправляюсь в офис, мы уже приехали на пятничный рынок, здесь наш офис, и несмотря на то, что сегодня воскресенье, мы тоже ездили по работе, и сейчас я иду в офис, чтобы доделать кое-какие дела. А вы обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, обязательно заходите в описание к моему видео, по ссылкам вы сможете забронировать билеты, отели и туры в Турцию со скидками. Ну и, конечно же, наслаждайтесь природой, погодой и всем тем, что у вас есть в жизни. На сегодня я с вами прощаюсь, всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.